Так, ну сколько же здесь в маленьком паровозике, сколько же всего. Господи, я забыл про лестницу, ребят. Мы с вами сделаем просто. Не хочу возиться. Мы сейчас возьмем мышь, естественно, кубик. Из кубика будем лепить. Так. S, во-первых, уменьшим. S по Y сделаем толщину лестницы. S по X ширину лестницы. И давайте мы ее вытащим ниже. Поставим на место. Где? Вот сюда поставим. Мне кажется, она стоит под... Ее надо ставить под. Вниз. Или же S по Z. Вот так лучше будет. S по X. Есть. Далее мы делаем следующее. Ctrl-R. Надеюсь, она ни с чем не связана. Ctrl-R. И растягиваем. Ну, по X. Это поперечное. Вернее, по вдольное. А теперь Ctrl-R. Много слишком. Так, если это будет раз, два, три, четыре, ну давайте вот так сделаем. Угу. А здесь так. И сожмем. Хотел же простенькую сделать. Нет, раздирает меня. Так. Ну а теперь это Edge. Неправильно. Неправильно я поступил. Совсем неправильно. Надо было сначала вот это. Сказать бридж. И тоже сказать. Это. И вот это. Вот с этой. Есть. Далее выбираем всю view. И говорим S по Z. Вот так. Да? Ну, дальше проще уже. Выбираем ее. Вот. Это нам не нужно совсем. Face удаляем. Этот. Мы говорим, что Е. Да? Вот так, значит.
Значит, мы вот так делаем, да? Ну ладно. Не хотим круто, будем не круто делать. Вот этот, да? И мы его сожмем сейчас. S по Y. Вот так. Вот. Теперь попробуем, мне тут что-нибудь скажи. Включи по Z. Есть. Вот она. Лестничка. Объект сета режет и курсор. Все трансформации. И скажем, что он error. По Y. Готово. Ящик. Теперь ящик. Здесь и здесь. Вот видите, здесь какой-то. Ну, здесь для инструментов. Сейчас мы его сделаем. Это без проблем. А мне кажется, я никогда до труб не доберусь. Нет. Так, куб. Здесь будет стоять ящик. Но он будет поменьше, конечно. Так, и в длину он будет побольше. SPX вот так побольше будет. И вниз будем ставить его. Так. Хорошо. Дальше на место. G. Тоже. Вот сюда на место он встанет. Здесь мы его сейчас расчленим. Ctrl-R. Вот так. И Ctrl-R. Вот так. Так, и здесь вот это по всей длине. Нет, вот это вот по всей длине, вот так. И внутрь чуть-чуть. Вот так, есть. Ну. А эти два ребра, вот это ребро, Ctrl-B, закруглим. Есть. Ящик готовый. И теперь мы его тоже. Так, что у нас со временем? 8 минут уже. Господи, как время-то быстро идет. Мы удалим все ресеты, скажем. Set Origin 3D курсор. И с помощью модификатора Mirror по оси Y мы их размножим. Вот они. Тут и тут. Все, встали. Отлично. Я вот смотрю, просто может быть, что вот это очень длинное. Так, ну-ка. Если мы ее сейчас поправим заодно. П. И, скажем, G по X. Вот так будет лучше. Я думаю, да. Так будет основание. Следующее. Что у нас следующее? У нас следующие вот эти еще два кубика. Опять кубик. Опять маленький. Выводим его по Y, да? Смотрим, как он там выглядит. Он выглядит так. Сначала S по Z плющим. Так, потом I.
Потом поднимаем. Да, еще раз поднимаем. И вот это вот. Нет, не надо только вот это. Так. Это Alt-X я беру все время. Вернее, Alt-E. Вот так. Теперь примеряем эту штуку. Наверное, самое простое было. А что он не хочет? Ну, пора бы сохраняться, наверное. То уже 100 лет я как не сохранил ничего. Смотрим сюда. Где-то вот тут он должен быть. Не совсем здесь. G по X. Где-то тут. Вот тут. Для этого он большой слишком. Мы его уменьшим. Set Origin. Геометрия. S. Уменьшаем. И S по Z увеличиваем. Вот. Теперь можно поставить его уже. Чтобы не упирался он ни туда, ни сюда. Так, есть? Так происходит или не происходит? Так, надо немножечко опустить его. По Z. Вот так. Мы опустили по Z. Отлично. Убираем все его трансформации. Говорим, что у нас Set Origin. Это 3D курсор. По Y здесь убираем. Все, вот они два. Фух. Что-то мне не нравится с трубами. Почему я их не делаю? Что-то я их, наверное, боюсь. Так. Короче. Берем. Раз, два, три. Шесть, что ли? Ну, не, мы так не будем делать. Мы с вами сделаем следующее. Вот по принципу этой трубы. Сейчас отключим, сами будем делать. Так, нам нужен теперь цилиндр. Сколько времени? 13 минут. Вы знаете, сколько бы ни было, я пока не закончу. Мы не прервемся больше. Так, скажем так. 24. И по высоте. Так, радиус, конечно, побольше сделаем. Высоту сделаем побольше. И вытягиваем наверх. Сюда. И ставим на место. Оно должно быть вот тут. G. И немножко поменьше, естественно. Так, вот. Все правильно? Все правильно, ведь теперь нажим. Вот так. А далее просто-напросто зато. Вот так. И поехали.
Е. Нет, нас не будем делать. Еще раз. Е. Потом можно было бы сделать, но пускай будет сразу. Еще раз Е. Так, и раздвигаем ее. С. Так. И теперь еще раз Е. Не наверх. И сдвигаем. Не пускай немножко. Так. Как там было-то? Угу, там еще какая-то блямочка. Е. Еще раз Е. Вот это выбираем. И. Готовая труба. Здесь мы ее Е и внутрь тащим. Все. Труба готова. Следующие у нас там какие-то еще трубы, свистки. Но слишком много мы не будем делать. Мы сейчас сделаем так. Так, еще одну цилиндр. Поднимаем его наверх. Так, делаем чуть поменьше, относительно, конечно. Так, потом берем за основу вот это и Ctrl-B. Вот так, отлично. Далее Ctrl-R. Здесь тоже Ctrl-R. Здесь мы это вдавим внутрь. Так. А это разберем на кусочки. Так. Вот так сделаем. А вот тут вот этот вот кружочек мы сожмем. Вот. И это уже не, ну тут какой-то другой немножко. Типа какой-то непонятной штуки. Так. Ну давайте тогда сейчас сделаем следующий опять цилиндр. Говорим, что G по Z. Вот он. Уменьшаем его. Переносим G по Y. О, нет, X. Вот сюда. Так, здесь. Я думаю, еще немножко поменьше. А. Ну да, когда. Конечно.
такое и выделение. Чуть поменьше сделаю. Терпеть не могу, когда не там стоит. Так, сделаем действительно так же, как и там. Так. Это вот Ctrl-B. Есть. Дальше. Ctrl-R. Здесь. И здесь. Ctrl-R. Дальше этот Ctrl-R мы начинаем сжимать. Поднимем. Нет, 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 я просто хочу его поднять. Почему я не хочу подниматься? Странно. Бывает. S. Что-то вот такое. Сделаем, да? Так, а здесь каких-то два таких странных. Plane. Возьмем сейчас plane. Перевернем его. R. По иксу на 90. Вот так. Так, вытащим наверх. Сожмем. Сплик сюда. Вот такую планочку нам надо сделать. Так, далее. Надо взять вот это ребро. Вот это вот. Сказать Е по Y, допустим. И поднять его G по Z. Так. И еще раз Е по Z. Вот так. Все. Теперь выделите ее. Модифер солидно сделаем. Вот так. Достаточно будет. Так. Это немножко по зато вытянем. Вот так сделаем ее. Более похоже на такое паровозное что-то. Так. Сюда воткнули. Сюда потянули. G по Y. Вот так. Но. Тут она подлиннее, конечно. Давайте тоже сделаем подлиннее.
Нет, мод. Вот это. Так, мы сейчас скажем. Секундочку. Будет он так работать? B. И G по Z. Ну, что ж не будет. Будет. Теперь мы можем сказать, что мы довольны этой штукой и сказать, что да. Отлично. Здесь маленький цилиндрик просверлить надо. А здесь провешать веревочку сюда вот. Где у нас цилиндрик? Хотя, ну да, что? Межцилиндр. Сделаем штук 6. Перевернем на 90 градусов по Y. Так, уменьшим, потянем наверх, вернее наверх надо, а за туда, вот. Сверху посмотрим и вот сюда потянем G, вот она, так и уменьшаем. Так, да, наверх. Прекрасно. Чтобы видно было, давай чуть побольше сделаем. Так, и по S по Y уменьшим. Так, и здесь надо еще одно. Shift-D, передвинем ее вот сюда, по Y, да? Сюда передвинем, а верхнюю отрежем часть, мне не нужна. Вот. Вот отсюда. Остальное. Люблю ковбоя. А за что я люблю ковбоя? Удалить. Так, ну а здесь просто закрыть. Так. Неужели мы закончили, ребята? F. Нет еще. Почему? Потому что нам нужна веревочка. Последнее, что нам нужно, это вот эта веревочка нам нужна. Так, как нам ее сделать? Сделать нам лучше всего ее вот так. А куда нам перейти? Объект мод. И здесь взять вот это. Вот это. И вот это. Все. Далее выделить. Пойти в курвы и сказать, что нам нужна геометрия и деп. Вот так. Больше не нужно. Ну, правда, как-то так странно сделалось. Сейчас, секундочку. Да ладно, не важно.
Может, требешок натянутый, да? Я не помню, почему это происходит. Наверное, в центре надо было делать. Неважно. Теперь уже ничего не важно. Сверху смотрим. G. И по Y тянем. Где Z, GZ, сюда вот, и S по Y уменьшаем, вообще увеличим немножко, и сюда, за что привязывать-то, G по Y, и вот за что я люблю ковбоя. Все, в принципе, ребят, еще можно сделать так, что эти вот, ну нет, не буду это делать. Так вполне нормально, вполне мне нравится. Паровоз готов. Если сравнить с этим, он даже и лучше. Вот это я посмотрю, может быть. Действительно взять вот этот объект мод, он единственный, кто так выглядит, и сказать ему сейчас следующее. Во-первых, давайте мы переключимся, давайте уже сделаем. Ребро, Ctrl R, нет, не здесь, Ctrl R, здесь, Ctrl B, растянем, здесь ребро, Ctrl R, B, B. Здесь ребро, ну и последнее вот здесь. Ctrl-B. Ну, сначала Ctrl-R. Так. Ctrl-B. Есть. Ну, тут можно еще какие-нибудь трубы сделать или еще чего-нибудь натворить, наделать. Но я пока по времени и так много провозился, объект мод. И теперь пойду сюда и скажу, что нам нужен Subdivision Surface. Угу. Видим, что тут не все верно. Почему? Да потому что. Вот. Тут надо тоже делать Ctrl-R-чики. И по оси S по оси X раздвигать их. Вот так. Только тогда они будут нормально. Ctrl-R. Два штуки. S по оси X. Сюда. И здесь Ctrl-R. Ctrl-B можно тоже сделать. То же самое будет. Ctrl-B. Вот так. Ну вот теперь все будет в порядке. Я надеюсь. Да. Видите. Все прекрасно получилось. Можем, конечно, этот убрать. Один оставить. Ну, чтобы как бы она кругленькая была, в то же время не сильно отличалась от остальной массы предметов. Так, хорошо.
Все, ребят, на этом все точно. Сколько? 35 минут. Ну, там половина выброшу. Я там болтал слишком много. Поздравляю вас. Мы сделали с вами паровозик. Пока.